Технология следующего поколения ускоряет формирование нового будущего. Немецкий стартап Yotta, занимающийся разработкой инновационных решений для сферы интернет-вещей, Internet of Things, подписал партнерское соглашение с рядом крупных компаний. Среди них Microsoft, Fujitsu, Bosch и Deutsche Telekom. Благодаря сотрудничеству создана платформа, позволяющая монетизировать данные с помощью микроплатежей через технологию распределенных реестров. Сооснователь проекта Дэвид Сенстеба заметил, что для ее создания использовалась не традиционная технология блокчейн, а Tangle, обладающая лучшими возможностями масштабирования. Планируется, что демо-версия платформы стартует уже в январе 2018 года.